Учеба продолжается, друзья. Поехали. После вашего вчерашнего вебинара разворила землю вебинара и посмотрела корневую шейку молодых посадок груши. Они посажены осенью 21 года. Корень оказался на глубине 10 сантиметров. Ребята, вы знаете, что такое 10 сантиметров? Сказать? Два спичных коробка. Вот. Вы представляете, какая судьба ждала эту грушу? А если бы не вебинар, читаем дальше. На подвое были небольшие корешки, мы их старались закопать. Что нам теперь делать? Попробовать осенью приподнять? Или пусть остаются до естественной смерти? Видите, было два пути, пока два. Ростом 1,5-1,6. Толщина подвоя 2,5 сантиметра прилично. У некоторых даже больше. Или выбрать двух зол наименьшее? Нет, из двух зол мы выбрали третье. Смотрим. Ее ответ. Внимание. Спасибо большое. Ответ в точку. Есть у нас возможность делать канавки и отворить лишнюю воду. Вот он, это из двух зол. Выход. Участок расположен на небольшом склоне. Спасибо огромное. Все, я спасибо заработал. Понятно? Вот, что я сделал? Я нашел свою фотографию. Дело в том, что вот здесь плохо видно. Вот здесь правее, вот он, сам получается в самом справа. Вот это саженец, да? Вот. А здесь целая лужа стояла. Вот. Но я не просто сделал эту отводную канаву. Вот она. Отвел воду. Но я еще сделал учебную фотографию. Согласитесь, польза есть от этого. Обычно как? Пришла весна, у меня небольшой склон есть. И все равно, тут лужа 2 метра, в ней обязательно пару саженцев сидит. Там лужа 2 на 3. И обязательно, это когда вода тает, а мороз уже прошел, а земля замерзшая. И стоит лужа воды, может стоять несколько недель. Вот. И тогда что я делал? Канавки, вот одна из них. Я человеку спас. А то, смотрите, пересаживать... Вот такого уже с мой рост, да? Не пересаживать его. Это калечить. Правильно? Вот. Или пусть до естественной смерти. Если бы не вебинар, вот этот не вебинар, естественная смерть наступила бы довольно быстро. А груши и абрикосы сгнивают очень быстро. Идем дальше. Теперь я вам вопрос задаю. В прошлый раз случилось крайний случай. Может быть, все были так заняты. Я получил, в общем-то, даже пощечину. Я так готовился, старался, а потом оказалось, что к концу вебинара всего 20 человек меня слышит. Ну, конечно, в основном сейчас люди перешли на запись, все равно неприятно. Почему? Потому что 20, а годом назад было, допустим, 40, а двумя годами раньше было 50, а тремя годами раньше было 60. Вот, а там просмотры. Ну, в общем, я еще заглянул к себе в гостевой, сколько туда заходов. Когда-то было 500, потом 400, 300, 200, 100. В последнее время держалось 60-80, а сейчас резко куда-то все исчезли. Вот. А теперь 40, 30-40. То есть интерес продолжает падать. А если у этой у Поливкиной, где она научила убивать деревья, причем в прямом жесточайшем смысле. Не просто постепенно, чтобы хоть дали урожай, а несколько лет и калека умирает. Вот. А у нее было 900 миллионов, 500 тысяч, 1,5 миллиона, 2 миллиона, 2,300. А сейчас я боюсь заглядывать. Вот. А у меня наоборот. И вот я тогда, в общем-то, вчера после вебинара, у меня настроение несколько дней было очень плохое. Я гадал, ну что мне делать-то, если я полностью завяжу? Ведь не узнает же никто ничего. Вот тут я спас грушу, там я спас чего-то, там, вот. Потом еще будет это самое. Ну, поймете. Пойдем дальше.